Ребятки, последняя волна зомби, и это просто, ребятки, настоящая война. Вы просто посмотрите, что сейчас будет твориться здесь. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в Растения против Зомби 2. Ну что ж, давайте перейдем. Ледниковый период у нас сейчас, ребятки. Уровни, все, мы играем, да никак не можем дойти до конца. Так, ну что ж, смотрите, что нам здесь предлагают. Здесь уже, я так понял, стоят мои тыквы, которых нельзя с места даже убрать. Которых нельзя даже с места убрать. И... надо заметить, ребятки, тот факт, что... Ого, ребята, обновить подсолнух до какой версии 12 стоит? Так дорого. Так, ну давайте возьмем, ребятки, вот этого. Давайте возьмем вот этого. Кстати, мы можем, ребятки, его обновить. Так, все, мы его обновили. Орешек берем, ребятки. Так, кого еще нам нужно взять? О, бомба-пукалка обязательно. Так. Давайте опустимся вниз. И посмотрим, кто здесь еще у нас есть. Так, надо взять разморозку, потому что... Ну, давайте вот такого возьмем, чувака. Давайте его обновим, наверное. А где этот бесплатная разморозка? Так, и 2000 рена разблокировать, ребятки, стоит один... Это что? Ага, понял. Так, а где же наш... А где же наш разморозка, ребята? Где такой чувачок, который размораживает? Куда же он делся? Куда же он делся, ребята? А, вот он. Все, всех взяли. Ну что ж, поехали, ребятки, и приступим к нашей замечательной, ребятки, игрушке. 3, 2, 1, сажай. Все, ребятки, я приготовился сажать, и это просто замечательно. Мои тыквы, ребятки, уже приготовились стрелять на полную катушку, и они только и ждут момента, когда уже пойдут эти нехорошие, плохие зомбики, когда они уже начнут наступать. Ага, вот первый зомбик, вижу. Давайте будем потихонечку уничтожать их. Так. Так, ну сюда, в принципе, можно уже поставить бомбу-пукалку. Ага, он пытается заморозить меня, ребята. Он пытается меня заморозить. И это, ребятки, не есть хорошо. Опа, первый листочек, отлично. Так, ребята, здесь будет 4 волны зомби. Стоит этот факт отметить, потому что это довольно-таки нелегко. Так, ребятки, первая волна зомби наступает, предупреждают меня компьютер, что первая волна зомби сейчас вот-вот она идет уже. Так, давайте бомбу-пукалку туда поставим. Так, по всем периметрам, ребятки, нам надо повыставлять обязательно горохострелы, которые будут нас, ребятки, спасать от всего этого. И, собственно, что, ребятки, я предлагаю? Я предлагаю я буквально следующее. Так, поставить вот эту штуку сюда. А вот эту, сейчас я вам покажу. Так, ой-ой-ой, надо разморозить, ребятки, моего этого подопечного, потому что он, ребятки, просто-напросто замерз. Так, бомбу-пукалку поставим, ребятки, туда, пускай она там... А, надо было обновить бомбу-пукалку нам, наверное, до определенной версии, чтобы она умела размножаться, ребята. То, я так понял, у нас нет возможности даже разморозить ее. Так, сюда ставим это, сюда ставим это. Так, берем листочек. Отлично, уже 2 листочка есть. Сейчас будет, ребяточки, вторая волна зомби. Вторая волна зомби, что мы, в принципе, и ждем. Так, орешек у нас обновленный, мы это видим. Он у нас покрыт теперь железом, броней, то есть. И мы с легкостью сможем, ребятки, защититься от этих злых и нехороших тварей, которые хотят нас всегда съесть. Так, забираем солнышки. Так, давайте разморозим последнего подсолнуха, которого разморозили. Так, ребяточки, меня предупреждают о том, что вторая волна зомби вот-вот уже, ребятки, наступит. И мне нужно как-то от них отбиваться. Так, давайте поставим бомбу-пукалку сюда. Так, давайте, наверное, используем один листочек.
Так, ну что, все идет пока как нужно, в принципе. Как нужно. Так, отлично, отлично. А, надо бомбу-пукалку разморозить, потому что ее заморозили уже зомбики, ребятки. Давайте это с вами сделаем. Давайте вторую бомбу-пукалку поставим сюда. Сюда поставим орешек, пускай ест его. Так, и, собственно, давайте сюда поставим новый горохострел. Так, ребятки, третья волна зомби сейчас будет, чувствую я. Так, давайте разморозим еще одну. Вот эту брокколи. Так, 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 ребятки, подождите. Подождите, не спешите. Зомбики меня хотят в действительности уже не на шутку съесть, ребят. Так, 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 так. Зомби наступают. Давайте разморозим вот этот орешек. Ого, они заморозили все мои эти, ребята. Никуда не годится это. Абсолютно никуда это не годится. Они все заморозили мои ходы. Так, давайте этого сюда. Ага, птица перелетает. Хорошо, раз она перелетает, мы сейчас ее такое устроим. Все, отличненько. Две птицы мы убили. Где-то там бегут эти зомбики, которые плачут. Мне это, конечно же, не нравится. Пускай бьет. Так, отличненько. Так, сюда, наверное, поставим бомбу. Так, ребяточки, забираем подсолнухи и ставим бомбу-вонючку. А куда же ее ставить-то? Уже некуда ставить бомбу-вонючку, ребят. Я, конечно, все понимаю, но мне нужно размораживать, ребятки, мои подсолнухи, потому что меня сейчас просто уничтожат. Сейчас уже будет, ребятки, последняя волна зомби, и мне надо к ней подготовиться. Так, ребятки, ну что ж, пока все идет по плану, так как мы планировали, так как мы задумали. Но все равно я с таким опасением играю, потому что все-таки страшно. Страшно, когда идет огромная волна зомби, все-таки страшновато. Так, ребятки, давайте разморозим какой-то подсолнух, потому что мне абсолютно не приносят они прибыли. Ни один подсолнух мне не приносит прибыли. И это, ребятки, не есть хорошо. Так, давайте соберем денежку и поставим сюда. Давай, доклевывай его уже, и я туда поставлю. Или не успел доклюнуть, убило. Так, ребятки, последняя волна зомби. И это просто, ребятки, настоящая война. Вы просто посмотрите, что сейчас будет твориться здесь. Так, сюда бомбу. Сюда орех. Сюда тоже орех. Я уже не знаю, что куда ставить, ребят, реально. Так, давайте разморозим горохострел один. Так, ну что ж, я думаю, оборона у нас довольно-таки серьезная, ребятки. И мы с легкостью отбиваем все, ребятки, волны, которые на нас идут. Мы с легкостью всех, ребятки, их отбиваем. Отлично, просто отлично. Война идет, что нужно. Так, отлично. Давайте используем какой-то листочек, наверное. Давайте вот этот. Убьем этого зомбика уже нехорошего. Так, осталось, ребятки, три зомби. Давайте их уничтожим. Давайте их уже уничтожим. Чтобы они много не разговаривали. Бомбу-вонючку я поставил. Или, наверное, уже поздно. Они уже не съедят. А, они ее заморозили, ребят. Они заморозили мою бомбу-вонючку. И... Так. А что если я поставлю сюда еще один? Отлично. Все, ребятки, всех зомбиков убили мы. И таким образом прошли этот уровень. И это, ребяточки, просто замечательно. Так, мы с вами открыли какую-то древнюю книгу, которая на камне что-то там нам обозначает. Танцуют зомби вокруг... Мозга, ребята. Древние зомби что-то там пытались сделать. Так, давайте перейдем, ребятки, в комнату растений, в нашу теплицу и посмотрим, что там. Так, ага, здесь мы садим. Так, пока у нас нету ничего, мы не будем
сажать. Так. Все, больше нечего сажать пока что. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько. Сегодня мы с вами неплохо поиграли. Будем ждать, пока в теплице вырастут следующие растения до следующего уровня. А этот эпизод на канале Вечное Детство, ребятки, подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. С вами был, как всегда, Юра, ребятки. Пока-пока.